Предприниматели Верхневолжья научат продвигать свой бизнес на электронных торговых площадках. Серия образовательных мероприятий пройдет в центре «Мой бизнес». Подробности у нашего корреспондента. Индивидуальный предприниматель Татьяна Кийко занимается производством косметики ручной работы из натуральных компонентов. Более 80% ингредиентов ее продукции отечественного производства. Раньше товары от бренда Татьяны были представлены в обычных магазинах. Однако для увеличения прибыли и дальнейшего масштабирования бизнеса приняла решение пройти обучающую программу в центре «Мой бизнес». После этого Татьяна воспользовалась мерой господдержки и при государственном софинансировании начала продавать свою продукцию на маркетплейсах. Нам помогли не просто создать карточки, они помогли нам именно выйти. Выясняется, что ты не просто там пришел и отдал. Нет, там начинается огромное количество вопросов, которые надо решать, в которых надо разбираться. Здесь центр «Мой бизнес» помог и с точки зрения консультаций, очень много их было, и с точки зрения выводов товаров на сам маркетплейс. Чтобы помочь в продвижении своего бизнеса на электронных площадках, для предпринимателей Тверской области в центре «Мой бизнес» организуют обучающую программу. В мае с 13 по 17 состоится большая неделя маркетплейсов. Это, по сути, своя такая длительная образовательная программа. Каждый день с утра до вечера мы будем привозить ведущих топовых специалистов, которые подскажут и расскажут, выдадут своеобразную дорожную карту предпринимателям, как выходить на маркетплейсы. И действительно, торговля через маркетплейсы позволяет получить доступ к огромному количеству потенциальных покупателей, а также облегчает множество организационных вопросов, связанных с обработкой заказов, хранением и доставкой товара. Отдельно у нас целый день будет посвящен ведущему российскому маркетплейсу Wildberries, куда приедет руководство компании, топовые спикеры. Здесь они строят логистический хаб в Тверской области. В связи с этим они будут рассказывать нашим предпринимателям на круглом столе о том, какие изменения в работе компании их ожидают, как правильно выходить на маркетплейс. Руководство компании будет отвечать на навалившие вопросы. Участие в обучающей программе может принять любой желающий в разное время. Притом от компании может быть не только один представитель. С полной программой можно ознакомиться на сайте центра «Мой бизнес».